Всем доброго времени суток. Спасатели испытали настоящий шок, увидев эту собаку на пляже. Когда волонтеру Валерии сообщили о необычном животном, лежащем на пляже, она выехала за ним без промедления. Собака не знала, куда ей деваться, ведь она передвигалась с большим трудом, а передняя лапа практически не поднималась из-за того, что внутри нее находилась огромная опухоль весом в 21 килограмм. Девушка была поражена открывшейся картиной. Это сколько же нужно было ждать и мучить собаку, чтобы опухоль разрослась до таких размеров. Собака была в тяжелом состоянии. Хозяин предал животное в самый тяжелый момент. Золотистого ретривера, заболевшего тяжелой формой рака, он не захотел лечить. Ему было даже лень довести его до приюта, поэтому он просто выбросил бедолагу из машины на одном из пляжей Калифорнии. Пес с трудом дышал и испытывал постоянную боль, так как внутренние органы были сильно сдавлены. Несчастную собачку отвезли в центр спасения и стали искать врача, который бы согласился сделать очень сложную операцию по удалению опухоли, связанную с большим риском. Была высокая вероятность, что сердце песика может не выдержать испытаний. Найти смелого хирурга, готового рискнуть, оказалось непросто, но волонтеры не сдавались. Наконец специалист был найден, и операция успешно проведена. Золотистый Генри, так прозвали его в клинике, словно обрел крылья. После долгих месяцев страданий и невозможности свободно ходить, а не ползать по земле, он был неимоверно рад возможности побегать, половить мяч и поблагодарить своих спасителей. Он так трогательно заглядывал всем в глаза, что все волонтеры понимали, насколько пес им благодарен за свое спасение. Вскоре новые хозяева заберут его в свою семью. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий. Всем пока!